утро в Китае просто отсыпались сегодня. Почти до полдесятого. Никогда такого не было. Но очень устали. Привет, человек. Будем памперс менять? Нет? Почему? Мы сейчас переоденемся и потом пойдем на пляж, заяц. Надо переодеть. Смотрите, там кокосы. А тут ребенок. Папа нас не ждет. Он говорит, что он не может медленно ходить. А сам шляпу-то не взял, смотри, тащил. Да, папа, вот папа. Вот папа, да. Ну что, время 11, мы выгреблись таки. На пляж даже не 11, мне кажется, уже 12 час. Ух, ну хорошо. Аккуратно, аккуратно. Ступенька. Давай спускайся аккуратненько. Чуть ты палец-то сосешь? Ну все, и машинка теперь поехала. Будем теперь полчаса ехать до пляжа. Главное, чтобы ребенок этот раз успел спуститься. Никого. Тишина. Здесь тоже номера от нашего отеля. Вот. Здесь какие скамейки. Луис, нам сюда. Луис. Луис. Нам сюда. Нет. Нет. Похож. Погрейся немножко. Артур, он далеко уплывает. Лежу, отдыхаю, мальчик. Опять море. Плюс не отходит просто от моря, от океана точнее. Не отходит его, из воды не вытащить. Но и в отличие от Канар, мы здесь даже не сопротивляемся, потому что здесь дышит соленым воздухом, вода безумно теплая, чистая, пусть наслаждается. Все там промывается, но тоже выскочила простуда, это все видимо постфактум нашей простуды до поездки. Но тут, конечно, рай и красота.
нам пиццу принесли. Она еще... Вот на аппетит. Горячая. Пусть он тут на берегу океана. Мама таки дорвалась на свете. Хочу голос. А волосы мокрые, потому что кто-то забыл переходники для розеток. У нас работает одна розетка. Одна, все остальные британские. И у нас не подходит. Вот она единственная. Одна розеточка. На ней сейчас заряжаются часы. Есть розетка там, там. И есть розетка здесь. Но в них не помещается. Луиджи лежит, мультики смотрит. Да? И уже перекусила немножко. Марчи не одевается. А я сижу в темноте. Ой, хочется спать. Ой! Мы поужинали. Сейчас идем до магазина. Хотим купить моющее средство, чтобы помыть бутылочки Луиса. Ой-ой. Мы пока ходили, нам полотенце поменяли. Сняли их с балкона. Артур еще идет, говорит, о, у нас свет горит. Кто-то есть. А я помню, кстати, я выключала свет, мы выходили. Я же последняя выходила. Ой-ой. Вот. Артуру очень нравится отель. Что это? Экран пожарный. Сегодня, кстати, у нас там дискотека должна быть. Да! А еще тут вместо птичек летают летучие собаки. Или мыши. Ну, мне, я Артур говорю, что это мыши. Для собак они маленькие. Собаки просто... Я в Австралии их видела, они покрупнее. Ну и здесь тоже вот... А эти поменьше. Пойдем, мамушка. Может, тут маленькие тучи собаки. Но летит, как мышь. Смотрите, норы. А это змея? Это краб. Он прячется. Большой такой. Эти дыры – это не мыши, а не суслики, как на Канарах, а это крабы. А магазин-то закрыт. В общем, такой вот здесь маленький мини-маркет. Там на, я себя вижу на камере. Последний раз мы сколько там было? Не знаю. Много. Короче, что, нету графика работы? Вот жена. О, там кто-то русский опять. Я слышу, не ори. Ну, вчера вот мы тоже видели. Вау, лампа, да? Вчера мы же видели тоже две русских. В магазин пришли закупаться. Мне кажется, отель какой-то. Вон стойка информации. Deluxe room. Домики. Отельные. Deluxe room, стандарт room, территория такая большая отеля, вот, ресепшн. Надо по карте посмотреть, тоже магазинчик какой-то есть, можно сюда сходить в магазинчик посмотреть. Ну да, на днем прогуляться будет, да. Господи, как я испугалась, вышел такой, клешни свои выстрелил. Это капец. Ребята, это так страшно. Когда вот такая вот
крыска тут из щели, а там еще один. Я не знаю, что они делали. Короче, он выпрыгнул и как клешни свои на меня осторожно. Говорю, вдруг там сзади сейчас еще один нападет. Я пошла, тут очень много дыр. Просто куча, куча дыр. И из них из всех вылезают крабы. Капец. Они какие-то очень агрессивные. Такие вот домики тут. Ночи, конечно, не очень хорошо видно. Вот там за забором есть еще вилла, которая тоже к нам относится. Зайчик, подожди папу, пожалуйста. Иначе мы папу потеряем. Папа потеряет нас.